Первая женщина-космонавт в истории Валентина Терешкова разгневала россиян, предложив обнулить сроки Владимира Путина после принятия поправок в Конституцию. Очевидно, что инициатива была предложена коллегами по партии, но козлом отпущения все равно сделали Терешкову. К травле генерал-майора авиации присоединились и жители ее малой родины, города Тутаева и Тутаевского района Ярославской области. Земляки Терешковой требуют лишить ее звания почетного гражданина Тутаева. Аргументы у создателей петиции следующие. Терешкова не только внесла вредную поправку, зачитав ее с листа, но и ранее голосовала за повышение пенсионного возраста и поддерживала все антинародные законы. 13 марта петицию подписали уже более 7 тысяч человек.